Добрый день. 6 ноября мы начинаем новую программу в Центре дополнительного образования «Вектор роста», которая будет посвящена медитативным практикам. Мы будем рассматривать разные восточные традиции, но начнем с самого понятия медитации, поскольку сейчас существует много различных представлений, что такое медитация как таковая. И прежде всего мы сделаем акцент на том, как отличаются представления на Востоке о дхьяне, випассане, дао, от расхожих психологических представлений в западной культуре. И таким образом наше первое занятие, оно будет преимущественно теоретическим, но мы заложим базу для целого мастер-класса, где будут проходить уже отдельные сессии по каждой традиции, непосредственно с практикой и рефлексией ваших ощущений. Итак, мы будем последовательно рассматривать разные восточные типы медитации. И начнем, конечно, с истоков, с ведантической традиции, где мы будем заниматься медитацией, в, скажем так, как традиционной адвайтической, так и в рамках нео-адвайты, и как раз рассматривать ту эволюцию, которую медитативные практики прошли за последние 3-5 тысяч лет в Индии. И таким образом у нас будет возможность прикоснуться к истокам и создать некое основание в себе для дальнейшей практики, которое будет заключаться прежде всего в поисках самого себя. Далее мы перейдем к практикам, работающим с энергоструктурой, в основном тантрическим медитациям, которые предполагают концентрацию на чакрах, каналах. То есть в данном случае медитация состоит в длительном сосредоточении на тех процессах, которые происходят в основном в энергетическом теле. Этому будет посвящена вторая часть. Далее, следуя историческому ходу вещей, мы переходим к буддийским практикам, прежде всего от Тхеравады, это практика випассаны, и мы рассмотрим самую базовую методику по Махасатипаттана Сутте. Это будет происходить на третьем практическом занятии, где мы сможем даже в онлайн-режиме попрактиковать концентрацию с устранением разного рода помех, мыслей, чувств, ощущений и воздействия внешних объектов в разных позициях, стоять, ходить, сидеть, лежать. И таким образом у нас возникнет некая база для того, чтобы воспринимать разные другие школы випассаны, которых сейчас очень много. Далее мы переходим к даосской медитации. Здесь мы следуем более географическому распространению. Если Тхеравада и Випассана сосредоточены сейчас в основном в Индокитае, то даосизм – это исконная религия Китая. Таким образом мы смещаемся все дальше и дальше на восток. И в качестве даосской практики мы будем отрабатывать концентрацию на некоторых орбитах, то есть это некоторое объемное созерцание процессов, в которые вовлечены как физическое движение, так и работа с энергией, так и концентрация сознания. То есть особенностью даосской медитации является слияние движения тела, энергии и сознания. Далее, по желанию участников, мы можем продлить этот мастер-класс, добавив какие-то более узкие школы или интересные направления в рамках восточных практик, допустим, дзенскую медитацию, да, тибетский буддизм или какие-то более специфические школы в рамках индуистской традиции. Но в целом наша задача будет состоять в том, чтобы подвести некоторые итоги и подобрать наиболее оптимальную для себя психотехнику, а также поделиться опытом, чтобы у нас была возможность сравнить, да, каким образом одни и те же техники воздействуют на разных людей с разным уровнем подготовки и разными предрасположенностями. Этому будет посвящена заключительная сессия, на которой мы подведем итоги и выдадим сертификаты тем участникам, которые пройдут с нами весь путь до конца. Спасибо за внимание.